Акционерное общество «Актюбе ТЭЦ» является основным источником тепловой энергии и электрической энергии областного центра. Вердибек Сапарбаев ознакомился с текущей работой теплоэлектростанции и перспективами ее развития. По итогам прошлой отчетной кампании все запланированные объемы выполнили в полном объеме, получили паспорт готовности. Начиная с начала отопительного сезона, мы работаем практически без единого срыва, ни одного срыва мы не допускаем. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Температура подачи тепла составляет 85 градусов. В целях модернизации и расширения производственных мощностей «Актюбе ТЭЦ» утверждена инвестиционная программа до 2022 года, которая предусматривает строительство двух газотурбинных установок мощностью по 25 мегаватт, водозабора, установки ультрафильтрации. Материально-техническую базу надо проверить, все старые, поэтому пошли на это. А так бы это, если так мы будем работать на этих старых котлах, через 5 лет проблем будет. Конечно. Подняли вопрос относительно оплаты за услуги теплоснабжения. За декабрь оплату произвели только 70% актюбинцев. Декабрь прошел нормально перед Новым годом. Январь пойдет, конечно, там разные. Потому что сейчас вам надо не 70, надо 90 надо. Потому что летом-то будет летом хуже. Хуже будет. Поэтому надо летнее все это надо зимой набирать, когда вы даете тепло. Вы тоже жители этого города. Для людей надо создавать удобства. Единый платежный документ. Люди не должны ходить. Сегодня водоканал, завтра там на сервер, послезавтра там дождевики, ну и так далее. В одном месте какая разница? Или электронном виде заплатил и все. Сейчас уже народ же не такой, сейчас более воспитанный. Также Бердибек Сапарбаев посетил котельную в микрорайоне Батыс-2 мощностью 36 гигакалорий в час. В связи с активным строительством в районе новых жилых и социальных объектов рассматривается вопрос расширения действующей котельной. Дина Туригулова, Аманжолов Магомбетов, телеканал «Актюбе».